На этой неделе в Печоре стартовала республиканская экологическая акция «Речная лента». Напомним, что в Печоре она проходит с 2005 года. Речная лента проводится практически во всех муниципалитетах Коми. С 2010 года акция приобрела республиканский статус. Главная цель этого крупного мероприятия – улучшение экологической обстановки на водоемах и прибрежных территориях республики, а также повышение уровня экологической культуры населения и привлечение внимания жителей городов и поселков к актуальным экологическим проблемам. Силами администрации, управления образования, управления культуры, волонтеров, волонтерского движения города Печоры. Речная лента, суть речной ленты – это уборка, прилегающая к воде прибрежной, скажем так, территории, от мусора, от бутылок, склянок, от всего того, что является отходами жизнедеятельности человека. Вот мы сегодня убираем эту территорию. Территория расположена между улицами Ленинградская и Социалистическая, вот эта прибрежная полоса от памятника Русанова до пляжа городского, места отдыха у воды. Вот эта территория убирается сегодня. Уже мешков собрано достаточно много. Мешки эти все, естественно, будут немедленно в течение дня сегодня вывезены и утилизированы, как и полагается, то есть на полигон ТБО согласно установленного порядка. Вот в целом и заключается наша акция. Призываем всех небезразличных жителей Печоры, жителей муниципального района Печоры, принять, конечно же, участие и позаботиться об окружающей среде, в том месте, где мы с вами живем. Поэтому здесь, конечно, пользуясь случаем, призываю принять всех участие. И не только небезразличных, всех без исключения. В Печоре инициативу поддержали волонтеры, работающая молодежь, представители администрации и общественных организаций, а также неравнодушные граждане. На открытии акции глава муниципального района Печора, руководитель администрации Наталья Паншина, поблагодарила всех, кто присоединился к речной ленте. Хочу отметить, что вот уже за последние несколько, 2-3 года даже жители Печоры отмечают, что река наша становится с каждым годом все чище и чище. То есть мы с вами потихоньку прививаем еще и культуру отдыха на нашей реке. Печорцы, вооружившись перчатками и мусорными мешками, разбрелись вдоль берега в поисках разбитых бутылок и прочих отходов. За пару часов работы активисты собрали несколько десятков мешков с мусором, которые в этот же день были утилизированы. Большую помощь в проведении акции, конечно, оказали волонтеры. Наши волонтеры тоже участвуют в акции «Речная лента». Они, так же как и остальные, помогают очищать нашу набережную. Каждый из нас хочет, чтобы город стал чище. И поэтому мы пришли сегодня сюда, все проснулись рано. Очень здорово, что такая акция проводится у нас в городе. Мы как волонтеры уже не первый год в ней принимаем участие. И очень приятно видеть, что с каждым годом все больше и больше людей собирается на эту акцию, помогает сделать наш город чище, помогает облагородить территории, нашу набережную. Вот. И хочется, чтобы еще с каждым годом все больше, больше и больше людей принимало участие. Акция «Речная лента» в этом году продлится до 15 сентября. Затем будут подведены итоги проделанной работы. Данная акция «Речная лента» – это целый, скажем так, план мероприятий, целый перечень мероприятий, действий. Рассчитана эта акция на проведение вплоть до сентября месяца. 15 сентября будет республиканский этап подведения итогов этой акции. В данном случае все муниципалитеты могут и должны представлять все свои результаты на, в данном случае, республиканскую комиссию. Присоединиться к акции «Речная лента» может любой желающий. Для этого нужно сначала зарегистрироваться на сайте чистыйберега.рф. Именно там есть подробная информация о том, какие мероприятия проводятся в нашем муниципалитете и в целом в республике Коми.